Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, мы продолжаем смотреть моды для Майнкрафта, это уже 394-я часть наших обзоров, и сегодня, друзья, у нас будет снова офигенный мод, и он еще и будет новогодний, потому что новый город, черт возьми, совсем уже скоро, поэтому я сегодня в таком чудесном наряде, ну или даже без какого-либо наряда. И, друзья, да, сегодня у нас будет отличный новогодний мод. И, кстати, я хочу вас попросить одной вещи. Мои друзья, мои любимые подписчики, досмотрите это видео до конца, потому что в конце я хочу сказать пару слов. Ну и рандомный коммент у нас в конце, вы это помните. Поэтому, что ж, давайте приступать. Что же добавляет нам этот мод? Этот мод добавляет нам различные интересные новогодние вещи. Ну, рождественские вещи, так как сказано в описании этого мода. Но, черт возьми, у нас Новый год, поэтому новогодние вещи, такие как украшения, декорации, всякая еда новогодняя и так далее. Поэтому сегодня мы на все это посмотрим и надеюсь, вам понравится. Давайте приступать опять за свое. Ладно, окей, первое, что мы посмотрим, друзья, это различная еда, которая есть в этом моде. Вы можете видеть в этом моде довольно-таки много различных вещей. Первое, то, что я вам хотел рассказать, то, что это обычные сундуки, которые есть в Майнкрафте. По идее, если я все правильно понял, то они, по идее, должны были превращаться как в такие подарочные сундуки. Но, к сожалению, у меня почему-то это не работает. То есть все сундуки остались обычными. И поэтому, да, ну, в принципе, неважно. Вы, наверное, спросите, что это за карта? Я сегодня буду украшать этот именно дом. Да, он у меня здесь, я не знаю, что за таблички какие-то непонятные. Что это, реклама какая-то, что происходит, что это такое. Но это неважно. Что ж, окей, то здесь у нас есть, друзья, разная еда. Здесь у нас есть разные виды сахара. То есть у нас есть красный сахар, зеленый сахар и синий сахар. Эти сахара крафтятся вот таким образом, с красителями. И с помощью этих сахаров вы сможете уже делать различные интересные вещи. Во-первых, вы сможете сделать сахарную печеньку, которая делается вот таким вот образом. Вам понадобится один сахар и две пшеницы, вы получаете 8 печенек. Кто хочет взять у меня печеньку? Все, успокойся, Кейн, хватит. Что ж, да, я, кстати, вам сразу скажу то, что я не буду пробовать все эти печеньки, потому что, ну, они просто восстанавливают голод, больше ничего не добавляют. Я вам просто покажу, что, где и когда и зачем, почему. Дальше у нас есть три вида разноцветных печенек. Для этого нам как раз-таки нужны крашеные сахара. Это у нас красная печенька, которая в виде звезды, она делается с красным сахаром. Зеленая, которая в виде дерева. И дальше у нас в виде, так сказать, колокольчика. Вы можете видеть синий сахар, черт возьми, вам понадобится. И что ж, дальше у нас есть еще некоторые пироги, такие как яблочный пирог, который делается из сахара и двух яблок по-любому, как можете, хотите их разложить, вы можете там. И дальше у нас есть пирог с курицей и с морковкой. Ммм, как вкусно, черт возьми, пойду-ка я поем, друзья, подождите меня, сейчас я приду. Итак, друзья, я вернулся. Боже, какой я стал неадекватный в последнее время. Ну, ладно, что ж, продолжаем. Дальше у нас есть просто пустая кружка, которая крафтится вот таким-то образом. Вам понадобится затвердевшая глина. И с помощью этой кружки вы сможете сделать либо эгног, и либо хот чоколад, горячий шоколад, который делается вот таким-то образом. Сахар, какао-бобы, молоко и сама кружка. Ну, и эгног делается с яйцом и сахаром. Эгног, я помню то, что каждый Новый год на моем канале мы делаем обзор на похожий мод. Возможно, это тоже... Нет, это не тот же самый мод, но всегда мы делаем какой-то рождественский Christmas мод, где есть этот эгног. И я всегда думаю, блин, когда-нибудь я его попробую. Ну, да ладно, что же. Есть у нас вот такие вот интересные кружечки. Я могу выйти в холодную погоду в таком вот виде с кружечкой горячего шоколада, посмотреть на солнышко и уйти обратно домой. Друзья, идем дальше, потому что самое интересное будет впереди. Дальше у нас есть различные всякие пряности, пряничные человечки. Например, здесь у нас есть Gingerbread Man, который крафтится с красным сахаром, и Gingerbread, который крафтится водки. В том образом вам понадобится Ginger Root, который вы сможете посадить. Да, друзья, вы сможете... Это корень, как он? Как я забыл? Это у нас имбирь. Вот, точно, какой я молодец. Здесь вроде бы вы можете посадить имбирь, или вы его не можете вообще никак... Ну, вы не думаете, что я пробую сейчас вот здесь вот посадить имбирь, я просто кликаю. Вы все неправильно поняли. Нет, на самом деле имбирь, я честно не знаю, как достать в этом моде, но здесь можно будет... кое-что другое посадить. Посадить здесь можно будет как раз-таки мяту, друзья. Да, ну то есть вы поняли. То есть с помощью имбиря вы сможете сделать имбирный хлеб. Без имбирного хлеба вы сможете сделать имбирно-хлебного человечка.
Но это еще не все, потому что дальше вы сможете посадить мяту. Вот мяту как раз таки давайте мы посадим. А давайте сделаем, вот у нас тут есть вода, поэтому давайте мы возьмем небольшую такую мотыгу, лучше алмазную, потому что я крутой. А давайте как-нибудь вот так, отлично, вот так. И теперь мы сюда сможем посадить нашу мяту. Когда мята вырастет, поэтому давайте мы тоже возьмем костяную муку и быстренько ее так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Дальше, когда вы вырастили мяту, вы получаете сам лист мяты, который выглядит вот таким вот образом, и с помощью него вы сможете сделать, опять же, разные сладости, такие как вот такие вот карамельки, либо же вот эту вот карамельную трость. Карамельки крафтятся у нас с сахаром, с красным сахаром и мятой, а трость у нас крафтится из трех карамельных кэндис. Вы можете видеть карамельных кэндис. Что ты вообще несешь? Ну, вы сами понимаете, как это делается. В принципе, все очень просто. Окей, дальше у нас идет музыка, которую я вам включу чуть попозже в конце видео, а мы пока пойдем дальше. Дальше у нас есть Christmas Tree Star. Это у нас такая звездочка, которая делается из пяти золота. Это звездочка, та самая, которую вы одеваете на самый верх вашей елки. Вы, наверное, спросите, и где же мне достать елку, Кейн? А елка у нас как раз-таки здесь, вот она и есть. Крафтится она очень просто, палка и две листвы. Окей, что ж, где же нам поставить елку? Давайте мы, наверное, зайдем в наш уютный домик и выберем хорошее место для елки. Что это за бред? Что это за елка такая некрасивая? Сейчас мы все сделаем. Ой, как мне лень все ломать, поэтому давайте мы поставим ее прямо здесь. Ну, она такого же примерно размера. И с помощью этой звезды вы можете на правую кнопку мыши нажать и поставить звездочку на самый верх. И выглядит реально очень красиво. Чтобы ее, кстати, убрать, просто кликайте правой кнопкой мыши. А, как это работало? Как? По идее. Что? Что? Я хочу снять. Сними звезду. Кейн, сними. Не получилось у меня снять звездочку, но по идее вы просто кликаете правой кнопкой мыши, и звездочка падает вам обратно в руки, такая прямо. Кейн, возьми меня. Ну и что, друзья? Поэтому, что у меня с мышкой? Что происходит? Не знаю, но... Окей, дальше у нас идут еще некоторые украшения, такие как венок, вот такой типичный венок, который вы можете поставить где угодно, или же даже на двери, друзья, да, смотрите, вроде бы даже нажимаете на shift, да, и вы можете видеть, вот он теперь у нас будет на двери висеть. Следующее, что у нас есть, это у нас уже двери с готовыми венками. То есть это очень странно, то есть вы можете просто сделать венок, который крафтится, кстати, вот я образом его не показал. Вы можете сделать венок, поставить его на дверь, или же вы можете скрафтить сразу же дверь с венком. Она даже, кстати, никак не крафтится. Это очень странно, но по идее, это как бы то же самое, но зачем, ну почему, ну я не понял, ну ладно. Окей, дальше у нас есть различные виды дверей с венками, это все понятно. Окей, следующее, то, что мы можем посмотреть, это у нас шляпы, друзья. Новогодние шляпы. Выглядят, кстати, они... Ну, мне не очень нравится, на самом деле, вот скажу вам честно, потому что, ну, они выглядят как обычный шлем. Вот было бы здорово, если бы они реально были, ну, знаете, такие с белым помпоном, какие-нибудь такие прикольные, новогодние, ну, какие-то вот они немножко обыкновенные, но ничего страшного, есть также и зеленый вариант, если вы зеленый клоун, то вы можете сделать, что я несу, вы можете сделать это вот таким образом, крафтится довольно-таки просто, и я, пожалуй, оставлю зеленый, это у меня так много красного на моем теле. Ладно, идем дальше. Следующее, то, что мы посмотрим, это, друзья, у нас гирлянды. Гирлянды делаются у нас из лампочек. Лампочки, которые вы можете видеть здесь. Лампочки делаются у нас вот таким образом, с помощью стеклянных панелей различных цветов. Вы можете видеть красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый и белый. И дальше вам понадобится один glowstone dust. И вам понадобится также один железный слиток. Вы получаете 4 из этих лампочек. И с помощью них вы делаете дальше гирлянды. По-любому их можете смешивать вот так. И вот так, как хотите, поэтому давайте мы возьмем вот эти, то есть вы можете заметить, есть у нас просто одноцветные гирлянды, а есть гирлянды, где у нас смешаны всякие цвета, то есть, например, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 5 различных цветов, и здесь у нас 2 цвета смешаны, то есть все очень красиво, здорово, и теперь настало время украшать дом, друзья, надеюсь, это у нас очень здорово получится, потому что... украсил. Все, я украсил, друзья. Спасибо за внимание. Давайте мы уберем эти факелы, потому что зачем они нам нужны? И вот так вот красиво реально украсим дом, друзья. Так. О, черт. Ну ладно, случайно. У меня просто проблемы немножко с моторикой рук. Не волнуйтесь, у меня все под контролем. Так.
И как-то примерно вот так. Ну, сразу видно, даже издалека, очень красиво это работает. То, что я хотел вам еще сказать, это то, что они еще и светятся. То есть, ну как, это понятно, что они светятся, ну, по логике, но то, что они реально источные, они реальный источник света в Майнкрафте. То есть, вы можете видеть, они реально светятся, дают свет, и это очень здорово. Я все еще не понимаю, что у меня с мышкой. Почему? Почему? Ну, ладно, окей. Идем дальше. Дальше у нас есть Wild Mistletoe. Это вот типичные вот эти вот рождественские, зарубежные всякие штуки. Вот эти вот всякие кусты там какие-то. Я даже... Это как-то тебя поставить-то хоть где-нибудь? Как-то вот так, это как... Это даже не как вот... Я даже не знаю, как это поставить. И это... Вот. Это можно вот так подвесить. А вот это вот я не... А вот это не получается у меня повесить. Возможно, она большая. Давайте я попробую... Ой, дайте мне войти. Нет, я не знаю, честно, как ее поставить, что это вообще такое, зачем оно нужно, но вот эта вот штука, это Decorative Milestone, я не знаю, как это по-русски называется, это этот куст, который вот красный, зеленый, какой-то, короче, рождественский куст, и крафтится он с помощью Wild Milestone. Возможно, кстати, эта штука просто для крафта нужна, но где ее достать, я вообще без понятия, ничего не было написано на сайте, я еще не знаю. Следующее, что мы посмотрим, это, друзья, у нас на носки, ну, или на ботинки, или на кеды, или на шлепки, на тапки, на Nike, на... Я не знаю, что, как правильно назвать эти штуки, но вы сами знаете, обычная, типичная рождественская традиция зарубежная, где вот эти вот висят у них вот эти носки, и типа туда Санта кладет что-то такое интересное. И что ж, давайте мы выйдем из дома, если у меня это получится сделать, и мы продолжим смотреть на следующие вещи, которые здесь есть. Дальше у нас есть подарки, друзья, различных цветов. Давайте мы возьмем 3 из них. Крафтятся они вот таким вот образом, просто один сундук, дальше вам понадобится просто бумага, и дальше вам понадобится просто 4 красителя, и вы получаете вот такие вот подарки. Кстати, мне кажется, я что-то понял. Я все понял. Помните, я говорил то, что почему у меня сундуки обычные? Потому что подарки, они и есть сундуки, друзья, да, то есть вы можете реально вот сделать сундуки такие новогодние, как подарки, вы можете видеть, крафтятся они вот таким образом, просто меняете краситель, и все у вас будет очень здорово, и реально выглядит очень, очень прикольно, вот мне нравится этот, мой самый любимый, наверное, будет фиолетовый, о да, вот самое лучшее место для сундуков, я украшаю дом, отстаньте от меня. И, в принципе, да, также у нас есть еще сосульки это очень важно, потому что мы можем их весить на потолок вот таким образом, и это очень красиво смотрится, и крафтятся они вот таким образом, просто из-за льда, это очень здорово. И дальше у нас есть дюл лог, то есть это у нас какое-то новое дерево, я честно не знаю, для чего использовать этот дюл лог, что с ним можно сделать. Ну и последнее, что у нас есть, это snow layer for slabs, то есть это у нас слой снег для полублоков, и это, кстати, очень крутая тема, потому что, ну, обычно полублоки меня выбешивают из-за того, что на них нельзя вот что-то поставить, потому что, ну, они полублоки и все, ну, вы меня понимаете, насколько это опасно для меня, но работает это как-то вот так, очень красиво, здорово, и мне нравится. Друзья, это, в принципе, все, что добавляет нам этот мод. Теперь я готов показать вам некоторые песни. Сразу вам скажу то, что так как это различные новогодние, ну, Christmas песни, там, знаете, все такие дела, там, все такие крутые, они, возможно, копирайт, поэтому мне придется что-то спеть поверх этих песен, ну, хотя бы одной. Что, друзья, давайте мы поставим наш проигрыватель где-нибудь вот здесь и включим знаменитую песенку под названием Jingle Bells. И, что ж, 3... 2, 1. С Новый год пришел. Кейн опять ушел. Кейн опять проспал. Видос не записал. Подписчики ждут. Видео все нет. Кейн уже не тот. Кейн совсем потух. Кейн петух. Так, все. Ладно, давайте успокоимся. И этой песни я хотел так плавненько перейти на одну интересную тему, на которую я хотел поговорить в конце этого видео. Это, друзья, то, что я хотел вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Прям вот серьезно, сейчас без шуток, я вас всех хочу поздравить. И хочу сказать то, что да, я знаю то, что я отвратительно себя вел в этом году. Потому что я честно хотел выкладывать видео каждый день, но мне не получалось, потому что учеба, друзья, и куча всего то, что у меня в жизни происходит. Очень сложно писать видео каждый день, но я продолжу пытаться, я обязательно буду
продолжать пытаться записывать видео каждый день, все равно выкладывать для вас видео. И вы, наверное, заметили в последнее время то, что видео, которые, хоть я их и не каждый день выкладываю, но что, вот в них что-то есть такое интересное, знаете, вот я начал шутить, вот я всегда такой, вот я в жизни вот всегда шучу, и вот раньше видео я вел себя как-то очень формально, обычно просто записал видео и все, а сейчас я веду себя, знаете, так вот свободно, я шучу, я стараюсь как-то даже монтировать иногда там что-то придумать такое, поэтому мне очень нравится записывать видео в последнее время, я вот реально получаю много удовольствия от записи видео, и все благодаря вам, друзья, спасибо, что вы меня смотрите после всего, что произошло, и вот все те подписчики, кто все еще остались, спасибо вам огромное, всем тем, кто смотрит, кто подписывается, всем огромное спасибо, вы, я вас серьезно всех обожаю, вы самые лучшие, и вот серьезно, я никогда свое мнение не поменяю. Хочу сказать то, что в новом году вас ждет, опять же, куча видосов, я, опять же, повторюсь, буду стараться выкладывать каждый день видео, буду стараться записывать с Ялом, с другими ребятами, будем писать видосы, будем веселиться, угорать, и будет весело, обязательно будут и типичные шутки от Хейна, 10 из 10, все такое, все это будет, и еще раз вам хочу всем сказать, друзья, спасибо вам огромное, потому что моя жизнь не была бы такой, как она сейчас, если бы не YouTube и вы, друзья, то есть не просто YouTube-то это просто платформа, а те, кто меня смотрит, те, кто все благодаря вам, друзья, то есть это вы смотрите меня, и благодаря этому моя жизнь очень сильно изменилась, я просто бы не представляю, кем бы я был, что бы я делал, если бы вот не все это, то, что произошло со мной и с YouTube, это очень здорово, я очень благодарен, и иногда вот, когда я не записываю видео, потому что времени нет, я не то, что я про вас забываю, друзья, я все время думаю о YouTube, и все время о вас помню, то, что вы там где-то меня сидите, ждете мои видео, и мне очень вот серьезно грустно, когда у меня не получается, вот даже сейчас, вот я записал несколько видео вот пару дней назад, у меня все к черту удалилось, и еще я сейчас отдыхаю, тут интернет просто ужасный, поэтому просто очень не круто себя чувствую, но ладно, я все равно вас всех обожаю и буду делать кучу видосов только для вас, мои друзья. Надеюсь, вам нравится то, что я делаю. Надеюсь, вы... Почему ночь? Почему тут крипер? Почему? Что здесь происходит? Надеюсь, вам все нравится то, что я делаю. Если вам не нравится, извините, но я буду стараться все делать все лучше и лучше и больше. И все у нас будет очень круто. Смотрите, я, кстати, только что заметил, что там Саня... Санта-Клауса. Вау, вот это интересно. Вот это Кейн заметил. Вот это глазастый. Поэтому, да, друзья, спасибо вам огромное. Если вам понравилось... Кстати, я же забыл. Рандомный коммент, друзья. Рандомный коммент у нас сегодня от Конора, который, почти нарисовал вот такого вот человечка, у которого голова немного отъехала в сторону, ну ничего страшного, можете оставлять ваши рандомные комментарии, в следующем выпуске будет следующий, буду теперь стараться делать рандомные комментарии всегда, когда делаю видео один, не только обзора модов, потому что вы могли заметить то, что рандомные комментарии только в обзорах модов, всегда будут рандомные комментарии, если я записываю один, с ребятами там, это будет как-то не очень удобно такое, я там в конце видео, так, подождите, дайте я скажу рандомный коммент, это будет как-то не очень смотреться, но когда я буду записывать один, всегда будут рандомные комментарии, поэтому, друзья, да, всех еще раз наступающим Новым годом, всем вам удачи в Новом году, всего самого наилучшего, всего крутейшего и просто золотого вам всего, вот, чтобы у вас все было очень круто, надеюсь, что так и будет, я очень на это надеюсь, вы опять же самые лучшие, с вами был Кейн, и до новых встреч в новом 2017 году, и до новых встреч.